Взрывы, клубы дыма и массовые беспорядки. Центр Еревана накануне превратился в настоящее поле боя. В масштабные столкновения с полицией вылилось несанкционированное шествие сторонников оппозиции. Они попытались прорвать ограждение вокруг здания правительства. В ход пошли деревянные дубинки и железные прутья. Под ноги полицейским полетели самодельные взрывпакеты и бутылки с бензином. До начала марша организатор акции, лидер оппозиционного движения Шанта Рутюнян, призвал осуществить революцию и взорвать президентский дворец. В результате столкновений госпитализация потребовала 9 пострадавшим, 8 из них полицейские. Задержаны почти 40, в том числе сам Рутюнян и его сын.